Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, сами сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем его снимать. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий будет выходить. А мы побежали, Жека, побежали. Да, согласен с тобой, Эдисон, вперед! Да, вперед, вперед! В общем, ребята, в чем заключается смысл моей карты? В первую очередь, ребята, хочу всех поздравить с 9 мая, с Днем Победы. Напишите в комментарии, давайте все дружно всех поздравим. И как бы это странно ни звучало, но у меня сегодня не будет троллинг о 9 мая, но будет троллинг о победе. Какой победе? А, ребят, мы недавно летали в Москву, и Жека летал, наверное, на самом худшем самолете, который называется «Победа». То есть, я не знаю, то ли это авиакомпания, то ли фиг его знает что. Но, короче, Жека так там матерился, так ему что-то там не понравилось, что это просто жесть. Поэтому в данной серии я верну его в ту самую поездку, верну его в те самые перелеты на вот этом самолете «Победа». Победа. И надеюсь, тут уже опять забомбит, ребята. И мне кажется, вы сейчас не до конца понимаете, в чем суть, но на троллинге вы все прекрасно поймете. Поэтому, ребята, сначала давайте пойдем к Жеке, пройдем его троллинг, а потом вернемся на мой. Потопали. Ну что, Эдуард Перетьянов, вы готовы? Я готов, Женитос, пошли, пошли. Эдисон, подожди, ну, меня, нет, подожди, подожди, перед тем, как ты пойдешь, вначале тебе сделаю гемо 2 и попутно тебя спрошу. Вот ты хоть раз праздновал День Победы? Нет, ни разу. Ни разу? Ты, то есть, ни разу не был даже на параде победы, да? Нет, не был. Эх ты, Эдисон, ну ладно, сегодня я для тебя как бы подготовил именно парад победы. Ты в первый раз в своей жизни в него попадешь. А, вот, тебе нужно сюда, проходи. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, Эдисон, да, и всех ребят с Днем Победы, да, всех подписчиков. Я уже поздравил, поэтому... А, да? Ну ладно, Эдисон, Эдисон, смотри, короче, тебе вот за этой дверью находится парад победы, вот тебе нужно туда. Ага, ну ты вот поговори с охранниками, может они тебе скажут, что делать, а то как-то... Пошел отсюда, иди за снаряжением, тебе нужно такую... Ага. В смысле? Видишь, Эдисон, у тебя одежда не подходит для парада, тебе нужна как бы, ну, амуниция специальная. Какая амуниция? Людей как бы просто пускают на парад и все. А это ты стоп, ты у нас как бы не будешь зрителем, ты у нас будешь участвовать в параде, поэтому тебе нужно не военное, но увидишь, какое снаряжение, да. Участвовать будет, ну хорошо. Да, да. В смысле, там нереально ты пэхнуться. Да, нереально, но попробуй в другую сторону побирать. Хорошо, хорошо. Так, давай, 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 Эдисон, ты справишься, ты справишься. Тут тоже нереально. Ага, да? Думаешь? Ага, ага. Эдисон, беги, 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 быстрее, быстрее! И как я думал, ага. Закончилось скоро, закончилось. Закончилось, да, значит, закончилось? Да, закончилось. Ну давай, давай, давай. Ни хрена не понимаю, честное слово. А может тебе нужно куда-то вот наверх запрыгнуть, да? Например, вот на дерево на это, да, может быть, ты запрыгнешь, и тогда у тебя получится перепрыгнуть. Нет, не на это дерево. Ладно, все, никаких подсказок, все, давай сам думай. На какое к черту дерево? Ну вот смотри, тут есть такое вот дерево, видишь? Ага. Да? О, Эдисон, да. Глупый ты, мальчик, глупый ты, чего? Ой, со своими конченными троллингами. Не успел, не успел, Эдисон, не успел. Ага. Да? С первого раза. Вот и все. Ну. Вот и хорошо. Ну. Вот и все получилось. Все, теперь перепрыгивай. Угу. Молодец. Умничка. И тут я опять куда-то сейчас ты пэхнусь, да, как я понял? Да нет, все нормально. Эдисон, в общем-то... Ой, какие-то странные тут. Да, странные, что-то письменные. Ну, это ж твоя карта, в принципе, ничего странного. Ну да, ничего странного, Эдисон. Проходи вот сюда, тебе нужно попасть вот в этот магазинчик. А тут что, а тут что? А тут что? Я не знаю, что тут. Качочек какой-то. Качочек. Что за качочки на детской площадке, Жека? Это не детская площадка, это как бы, ну, турнички. А, и качельки, да? Качочки. Ну, качельки, это чтобы отдыхать, как бы. Качельки на качочках. Так, хорошо, хорошо. А, да. Ну, ты попробуй зайти. Попробуй зайти. А это что, сердечко? А, ну, это магазинчик одежды. Он такой, ну, немножко необычный, но, я думаю, сойдет. Как раз для победы. Mm-hmm. Вот, да. Так, что-то я не могу понять, Жека. Видимо, тебе нужен пароль. Может, у качков спросишь пароль? Может, они знают? Хотя вряд ли... Вы здоровы, Эдисон. Спасибо. Ой. Так. Мне качочки не знают пароль. Ну, а зачем я его ударил, Жека? Ай-яй-яй, Эдисон,
раз двигай. А, то есть он качочек, прям качочек, да, как я понимаю? Качочек, да, прям качочек. Эдисон, тебе нужно выявить, поставьте спаунпоинт, тебе нужно выявить слабого качочка, Эдисон. Которого можно будет отжать код от двери. Слабого качочка, да, значит? Да, слабого качочка. Ну, кстати, возможно, вот, да, вот, это... слабый. Слушай, качочек. Походу он слабый, да, давай, фигач, фигач его. Кто сильнее, качок или Эдисон? Опа, опа, опа. Так, опа, так. Ну все, Эдисон, молодец. 14, ага, 88, хорошо, хорошо. 1-4-8-8, да, давай, проходи, да, да, проходи, Эдисон. Да, 1-4-8-8, так, прошел, прошел. Выбирай себе наряд, ну, к сожалению, других зарядов тут не нашлось, но для парада сойдет, да? Не, я так пойду, я не хочу гамадрилы. Нет, Эдисон, тебе нужно, тебя опять не пустят, понимаешь? Ну хорошо, я вот это выберу, вот это. Вот это мне больше всего нравится. Да, тебе больше нравится. Да. Ну все, Эдисон, ты готов пойти нет, на парад? Нет, ну подожди. Я тогда еще вот так возьму, подожди. Вот так. Ой, ну все. Во, вот, прям... вот так я вообще красавец. Красавец. Не, подожди, подожди, подожди. Нужно еще вот так, вот так. Да, еще и вот так. Вот надо. Так, да. Да, вообще, красотка, да. Красотка. Все, ты красотка. Ну все, Эдисон, проходи на парад. Вот так лучше, так больше подходит. Да, хорошо, так. Давай. Проходи, проходи, проходи. Ну, я прошел. Так, ну как, куда? Ну, может, что-то тыкнуть надо на что-нибудь. Ты потыкай, потыкай. Тыкнул, тыкнул. Все, так. Молодец, 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 Эдисон. Все, проходи на парад, проходи, проходи прохожу, на парад. Прохожу, прохожу. Так, все, проходи, ну, проходи. Ну. Проходи. Ой, Эдисон. Ой, а что это такое, Жека? Ты походу попал не на парад победы, а на гей-парад! Эдисон, беги отсюда, беги срочно, уходи! Уходи с гей-парада! Уходи! Как? Карточку, карточку! Карточку, 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 где? Где? Найди карточку, я не знаю, может быть где-то там в другом месте, но поищи! Каком другом? Ну пойди назад, не знаю, может там что-нибудь найдешь! Да ничего там нету! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, 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 Эдисон, проходи. Парады со своими. Проходи, 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 Эдисон. Так, прохожу, прохожу, прохожу. Ага, понятно, понятно, Эдисон. Я с тобой все понял, я тебе все зафиксировано на камере. В общем-то, понятно, Эдисон у нас гей, ходит на гей-парады. По твоему приглашению, так что кто еще тут гей? С Митрофановой, Брагимом и Дениской. Вот, Стефанчик что-то не решил тебя не обнимать, стоит там в сторонке. Ну ладно, Эдисон, все зафиксировано на камере, это все будет отправлено в протокол нашим подписчикам. Все, спасибо, спасибо за то, что прошел мой троллинг. Мы теперь узнали, кто ты на самом деле. Я другие, которые приглашают меня на гей-парады, да? Все верно, все верно, все верно, да, да, да. Ты просто немножко перепутал парады, Эдисон. Кто тебя знал? Все идут на парад победы, а Эдисон идет на гей-парад. Вот сам Эдисон. Ты мне дорогу указывал, поэтому, Жека, ты таким увлекаешься, не я. Ну да, да, да. Ну пошли, пошли, да. Да, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, извращуга проклятый. Он с МС-ки вообще не извращуга. Да, да, но у меня как бы ни в одной карте писюнов не было, поэтому делайте выводы, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В общем. У меня сидят тролли тоже о победе, но не о том, что надо. Ну, короче, ты поймешь, ребята. Да, тоже. Нет, я не такой дебил, Жека. Ну, в общем, да. Ты мне говорил то, что тебе очень понравилось летать на самолете Победа, да? Победа. Ага, очень, очень понравилось. Ах ты собака! Я, кстати, об этом подумал. Ну ладно, хорошо, давай. Ну, в общем, Жеке очень понравилось. Сейчас его любимая авиакомпания. Ребят, никогда не летать на Победе, никогда. Во-во, поэтому, Жека, собирай свои манатки, ты все твои манатки, собирай в инвентарь. А как я их соберу? Ну просто ломать? Да, ломай, собирай. А может не надо, Эдисон, это слишком долго. Надо. Нет, выхватят. Ну, с другой стороны надо ломать. Тебе же карточку надо найти, не карточку, а ключ, чтобы пройти дальше. Понял, понял. У тебя самолет, Жека. А куда самолет, куда? Самолет, ну, как бы, в Питер. В Питер. А, в Питер, все понял, Питер. Хорошо, отлично. Геймод 2, заходи, Геймод 2! Понял, а так точно! Геймод 2, салага! Всё, давай, проходи. Самолет, вот победа, так, видишь, ага, победа. Так. Ой, какая хорошая победа! Победа хорошая, я старался. Так, тебе надо попасть как-то в победу, Жека, в победу. Прям такой, такой же дерьмовый самолет, на котором я летел, спасибо. Лучше, чем у тебя. Спанпойнт! А что это было? Что ты? Меня кто-то ударил, Эдисон. Кто тебя ударил? У меня тут никого нету, кто тебя должен был ударить. Так, Жека. Да не, в машине ничего нет, в машине... А как ты вообще на машине катаешься? Алло? А как ты на машине прокатался? Откуда я знаю? Читер! В смысле, Эдисон? Она должна была стоять на вот этим проходом. Как ты на ней прокатался? Да, ну ладно, Эдисон, так получилось. Подожди, а, Жека, иди сюда. Чё, у меня, кстати, Геймод 2, я не знаю, почему я могу ставить блоки.
Ну вот ты не ставь, ты по правилам проходи, вот тут как не, должно хорошо, быть. Хорошо, я шадоу-присток телепортировался, шадоу-присток. Уже все сломал, тут что должно быть. Прикольно, Жека, прикольно, карту мою ломает. Хорошо, Жека, хорошо, спасибо. Да Эдисон, я правда не хотел, это ничего не делать. Давай, заходи. Заходи в свою любимую победу, чтобы ты там навечно нахрен застрял в своем любимом самолете. Так. Эдисон, тут карточка не подходит. Ой-ой-ой-ой-ой, проблема. Значит, другим путем надо как-то залезть туда. Значит, дерево, да, дерево. А почему дерево на взлетной полосе? Это нормально, да? Откуда я знаю, это уже победа, как бы, тут и машина. А, ну да, согласен, да. Согласен. Ну. Победа, это, конечно, жопа. Это победа, тут, конечно, да. Да, да, хорошо. Да, хорошо, хорошо. Очень-очень даже неплохо. Так, подожди, нормально. Лава на взлетной полосе. Я вообще не знаю, что у вас там в России на вот этих в аэропортах. Это победа, да. Это победа, да. Это большая победа для Жеки. Подожди, я немножко не понимаю. Может, в машине реально ничего нет? В машине ничего нет. В машине ничего, я ее даже уберу, чтобы она тебе не мешала. Так, вот здесь у нас... Я провалюсь, я понял. Так, подожди. Я не могу понять. Так, что это такое? Мне кажется, вот тут топливо заканчивает самолет, да, чтобы, ну, взлететь, чтобы... Да, я понял, только как мне туда залезть? Ну, вот как тебе пройти в эту... Ну, подожди, давай так, тут есть какие-то невидимые блоки, да? Нет, нету. Нет, как мне тогда все попасть? Надо как-то вот... А, может типа вот отсюда, да? Я понял. Подожди, я тут умру. Ну надо пройти. Как ты ищи блоки, где ты не умрешь? Ага, вот тут я умру. Та-та! Нет! Жека. А, я понял, я должен так вот оббежать, я понял. Вряд ли. Ну ищи, ну где-то вот с этой стороны, ну что ж ты такой-то? Ну блин, когда у тебя Game 2, ты не видишь где... А. Ну, прыгай! Молодец, давай. Жека, это сложно, тут нужно специальную тактику. Вот, я сейчас... А может это спаунпоинт поставлю? Это слишком сложно, чтобы вначале бежать, а потом... Да еще тут не бежать, просто вот! Опа, бежишь, перепрыгнул, и все, ты тут, что за проблема? Хорошо, спасибо. Да ну как? Ну какой собака? Это реально, Жека, это реально. Ну, давай. Опа, молодец, давай. Кнопочка. Хорошая кнопочка, мне понравилась. Я таки понял, что тебе кнопочка понравилась. Давай, Жека, давай. Подожди, эта кнопочка вообще что-то делает? Да, она делает. Там три кнопочки, и все три кнопочки что-то делают, Жека. Я понял. Сейчас я справлюсь. Даю тебе подсказки. Да, хорошо. Да ну как? Ну ты уже один раз запрыгнул, так что возмущения не может быть, если это реально. Ну, блин, понятно. Нет, не поможет? Не поможет. Я тебя забаню. Да ну, блин! Так, подпрыгнуть, на шифте подпрыгнуть. Вот, молодец, давай. Так. Кнопочка что-то делает. Даю тебе подсказки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, хорошо. Ну хорошо, я тебе помогу, а тут будешь мучиться сейчас год еще. Я уберу этот невидимый блок и все, Жека, давай. Да шо ж ты такой дебил! Хорошо, я даже дверь уберу, Жека. Девочка бы не мешает. Ну ты просто мучаешься. Давай. Быстро. Самолет уже взлетел бы 100 раз. Все, ура. Давай. Ой, ура, я в победе. Давай, ты в победе. Ты ждал этого момента, Жека. В туалете, нормально. В туалете, ну. А что, места нет? Мест нет. Да пофиг, сейчас взлетать будет, давай в туалете будешь сидеть, давай. Нормально, надо взлететь. На туалете. Поехали. Давай, Жека, полетели, нажимай. Так, что, я типа лечу, да? Да, ты типа полетел. Все? А, где это я? Я прилетел? А, ты прилетел. Всё? Так, а ты в Питер, да, летел? Питер. Ну да, вроде в Питер. Это так, не Питер. Так, да. Жека, я не знаю, а что это за флаг, Жека? Чьи страны этот флаг? C+ какой-то, что это такое? Это Турция, мне кажется, Жека. Это Турция. Подожди, ты, то есть, победе летел... Ты в Питер летел, а при... Я вообще не знаю, почему ты в Турции, как бы. А, ну мы же собирались в Турцию, типа, ой. А, мне кажется, это просто победа немного что-то перепутала, и вместо Питера она тебе в Турцию прила. Хорошо, Жека, мне кажется, надо выбираться. Мне нравится Турция. Давай. Здесь снег, я не понимаю, ну ладно. Я вообще не знаю, кто знает, что в этой Турции творится. Давай, Жека. Турки. Сейчас будет крипербар, поэтому надо убегать, Жека, убегай, сейчас крипербар будет. Я не знаю. Давай, молодец, забрался. Так, ты забрался на крышу аэропорта. Так, я думаю, тут будет самолет или вертолет, чтоб
полететь. Тут нифига нету, да. Тут нифига нету. Короче, Джека, ладно, мне кажется, тут ничего не будет, поэтому давай прыгаем вниз сюда, в водичку. Будем как-то выбирать. Да, парашют забыл! Дебил! Иди сюда обратно, парашют забыл, Джека. Хорошо, хорошо. А, ты где там стоишь-то? Опять парашют забыл! Давай, тпхайся, Жека, тпхайся. ТП Эду Эдисон. Давай, молодец. Так, Жека, держи парашют, давай прыгай вниз. У нас просто другого варианта. Точно работает, точно. У нас просто, Жека, другого варианта. Да включай парашют! А как его включить? На правой кнопке. Дай мне еще раз. Дебил. Жека, в общем, у нас другого варианта нету, как обратно возвращаться в победу, лететь куда-то, куда она тебе привезет. Но мне кажется, сейчас она точно... Все, я полетел. Давай, 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 Жека. Мне кажется, сейчас она точно тебе в Питер привезет на Витфест, Жека, поэтому давай. Давай. Я просто Валькирия. Долго ждать как-то, долго ждать. Ну все, все, прыгай, прыгай, на шифт нажми. Давай, давай, да-да-да, в победу, обратно в победу. Все, ура, 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 снова победу! Снова победу! Твой любимый самолет, давай, Жека, давай. Полетели, полетели. Давай, давай, полетели. Поехали. Так, где ты, где ты? Раз прилетел. Ой, что-то. Давай я здесь гимн Украины, я не знаю. Украина, Жека, подожди. Ты опять летел, ты опять. Украина — это Европа, да, я согласен. А что они дрыгают так? Кого? Парь коровы с маской. Да небо обычно стоят и все, ничего не делают. В общем, Жека, в общем, ты прилетел в Украину, ты хотел лететь в Питер, а полетел в Украину. Но! Это нормально, да, в Украине что тут дрыгаются все? Да, тут нормальная, стабильная Украина. Но, Жека, тебя встречают войска Украины. Это войска Украины. Это Николай Соболев. Это войска Украины, которые знают, что тебе говорят. А, короче, вот говорит, знаешь, что ты москаль проклятый, москаль. Приехал в Украину, приехал, а таких москалив на косо жать будем. Иди сюда, иди сюда. Ничего не понимаю. Иди сюда, москаль. Вот сюда. Вот сюда? Вставай, москаль. Все. Ой-ой, москаль проклятий. Тобі ж говорили, що не можна в Україну приїжджати, а ти приїхав, дебіл. А може по-русски, пожалуйста? Поэтому таких москалів будемо пускати на фарш диких звірів. Давай! Корови, корови, в атаку, жри цього! Бежуди, бежуди! Бежуди! Ти успокойся, успокойся! Сало наше треба захавати! Держи, держи! Я сам сало! Держи сало! Корови, развлекайся с коровами. Не помогает, не помогает мне сало. Эдисон, спаси меня. Объясни им, что я свой. У меня украинские корни, объясни им. С победой всех, с победой твой самолет. Жрите сало, развлекайтесь. Я пишу. Ой, я поехал обратно. Все, корова, до свидания. Я улетаю на победе. До свидания. Не, Жека, ты можешь в Украине остаться. Мне кажется, там тебя хорошо встретили войска Украины. Да, меня очень хорошо. Ребята, вот где-то уже в Украине. Вы вот так же встречаете, да? Вот. Вот если я приеду, поэтому я не приезжаю в Украину. Вот мы не приезжаем, я тем более не хочу. Поэтому, Жека, ты пехайся, ты пехайся. Ну тебе понравилось в Украине, в Турции, да? Ну я в победе, подожди. А, ты в победе? Ну прилети, прилети вот сюда на спавн, я тебя подожду, Жека. Сейчас, молодец, прилетел. В общем, у меня победа, у тебя победа, всех с победой. И, ребята... Также пишите в комментарии, кого с победой. И главное, ставьте лайки. И чем больше лайк наберем, тем быстрее будет новая серия тролля. Да, ребята, пишите также в комментариях, что вам понравилось, какие разные идеи. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И также не забывайте подписываться. Да, ребята, спасибо большое вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, давай.